вы его увидели, как он играет ритм? Ну, на мое мнение, это заслужили ничью. Я постараюсь вам объяснить, если бы мы пропустили голы в первом тайме, то было бы логично. Я не пропустил бы в середине, я бы не знал. Мне рассказали, логично забили голы, и не продавил, и получается, что были намного лучше нас. Во втором тайме мы выиграли, и последние 20 минут провели, можно сказать, более активно, более физически, нам, по-моему, были сильнее. И провели на точном уровне соперника, но мы просили голову, +4. Так что я думаю, ничейный результат был бы закономерен, как складывался ход игры. Да, у каждого есть сомнения, а моментов не было больше сыграл. Но сама как развивалась игра, то ничейная. Так что, ну, правильно, футбол. Мастерство тоже какой-то хороший исполнитель исполнил. Будем бояться дальше, будем исправляться. У нас свои проблемы, просто спасибо. Вопросы? А то, что было в виде, у нас свои проблемы, это касается атак? Команда мало забивает. Как решать эту проблему? Ну, я так сказал, можно сказать, в продолжении. Я понимаю, что мне, наверное, рассчитывал быть выше, и я думаю, это действительно, я думаю, не место. Я с такими футболистами не место. Сейчас он поднялся, просто нас прошел, и до сих пор мы тоже там не сидели. Большая, сильно большая помощь. Я так сказал, можно сказать, если мы находимся, много пропускаем, мало забиваем, мы как сейчас говорим, мы лучше с первой лиги, это как получается. У нас у обоих команд проблемы. Если не было проблем, мы были бы там пятерки, шестерки. Если вот этот этап первого чемпионата оценивать как для своей команды, подытожили? Ну, тяжело оценивать в плане результат. Да, это первые игры на эмоциях, это для нашей команды. Ну, поймите правильно, я не хочу обидеть своих футболистов. Добро футболисты тоже играют в руку. Так что, да, когда мы азартные, когда мы эмоционально свежие, когда мы можем играть, можно сказать, страстно, тогда мы хорошо. Когда мы чуть пустые, это, у нас нет такого большого мастерства, чтобы доминировать. Так что, я думаю, положительно оценим. Если мы сегодня сыграли ничего, это вообще будет положительно. Скажите, пожалуйста, вот гол, который вы забили в наш ворот, я думаю, наверное, будет лучшим голом тура. Футболисты ни одного лишнего движения не были, как бы претензий быть не может по этому голу, идеальный гол. Это все-таки это наработанная комбинация была, вы раньше отрабатывали или просто так сложились так звезды? Ну, комбинации можно отрабатывать сколько хочешь, а сложатся звезды. Комбинации все отрабатывают, все делают какие-то схематы, делают какое-то завершение, но все равно, понимаешь, что так все совпало, вовремя подал, вовремя бежал. Это не отработаешь, наверное, все футболистов и какое-то стечение обстоятельств. Ну, поймите правильно, у нас тоже в неизвестной ситуации вывели за игрок, даже можем ближе, один на один, не решил момент, кого-то решил. Ну, что, следующий регион забьет, и вам вернулось за Львов, я думаю, надо вернуться. Я думаю, мы Львову вернем, а следующий регион. Спасибо. У вас сегодня 18-го уже день рождения, но прежде всего вы, наверное, поздравите, родители, наверное, тоже поздравят. Спасибо. Но вопрос такой, как-то вы его на замене, на скамейке не очень хорошо, не как игрок, не как зритель. Ну, я там не как отец, как тренер, а мне не понравилось, как он проявил себя, когда мы первый опыт пускали. Я не знаю, но помимо того, что он был на желтой карточке, не пошел в агрессивный отбор. Ну, я не знаю, здесь надо разбираться, конечно. Ну, здесь любой стык решает роль, это премьер-лига. Это не первая лига, где был запас прочности, как у вашей команды, так и у нашей команды. Мы могли доминировать, спокойно играть. Здесь все по-другому. Как, что бы ни говорили, очень тяжело чемпионат. И по большому счету, надо оценить этот чемпионат. Да, он не такой, получается, красочный, но там и зрелищный. Но очень тяжело. Очень тяжело добывать очки, блядь, ну там
Весна едет в Иеру, тренирует в Александрии, приезжает на Монгол Карпат. Вот все складывается. Шахтера нет, конечно, за счет исполнителя держит сверху. А все остальные, по-моему, одинаковые. Все, спасибо.